В офис Мытищинского районного отдела судебных приставов Московской области кто-то приходит как частый гость, а для кого-то приглашение сюда неожиданно. Но все приходят с надеждой на лучший для себя результат, как бы ни были запутаны их дела. Люди бывают разные, амбициозные, с разной чертой характера. Каждому индивидуально нужно подходить, поэтому... Бывает печальное общение такое, грустное, я так сказала. Иногда кого-то понимать приходится со стороны жизни, сложности жизни нашей. Марина Стратонова, как все старшеклассницы, мечтала стать артисткой или педагогом, но и представить себе не могла, что эти качества пригодятся в ее будущей профессии. Закон знать и как правильно с людьми разговаривать. Каждому человеку нужен свой подход. Каждое дело – это запутанный клубок интересов, правильных и неправильных расчетов, поспешных выводов. И во всем этом надо разобраться, чтобы помочь кому-то доказать свою правоту, а кому-то исправить свою же ошибку. Это главное в профессии, которой Марина Стратонова отдала уже 10 лет. И считает, что работа судебного пристава очень важная и нужная людям. А своим коллегам в день профессионального праздника желает в первую очередь успешной работы. Всегда, чтобы друг другу помогали. Взаимопонимание коллег, конечно. Друг друга поддерживали. И в любом вопросе друг другу могли помочь. Ровно 10 лет назад был учрежден профессиональный праздник – День судебных приставов в знак признания заслуг в деле совершенствования судебной системы в нашей стране. А это – оценка их ежедневного и кропотливого труда. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День».